то вы также получите ту же награду, что получает апостол Павел за свою проповедь. То есть понятно, что Господь дает награду тому, кто стольких людей привел к Богу. Но он говорит, что в этом деле участвовали филиппийцы. Поэтому та награда, которую получает апостол Павел, получит и филиппийцы. Так и вы, говорит, если хотите послужить, вот, получить награду Павлу, помогайте Павлу. То есть тем людям, которые трудятся в благовествовании. Вот такое толкование дает. Поэтому он считает, что вот это место относится, иллюстрируется прекрасно вот этим отрывком из послания апостола Павла филиппийцам. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. 6 стих. Вот. И апостол Павел здесь очень много говорит. То есть он не просто говорит, благодарю вас за ваши подаяния, за вашу милость, за вашу помощь. Но он говорит так, что будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, кто начавший доброе дело? Христос. То есть именно Христос побудил вас помогать делу проповеди. То есть это не помощь лично апостолу Павлу вот, в личных его нуждах, это помощь на дело проповеди. Разумеется, здесь Христос содействует. Так вот он надеется, что как от начала, потому что сразу после знакомства с апостолом Павлом мы читали отрывок из Деяний, когда он появился первый раз в Филиппах, первый человек, кто уверовал, была Лидия, портфелепродательница. Да? Вот так до нынешнего дня, то есть до его пребывания в узах в Риме, когда к нему пришел Эпафродит вот, из Филиппа, вот, да, разумеется, тоже, видимо, принеся какое-то вспомоществование, соответственно, это никогда не прекращалось. Здесь по этому поводу хорошее замечание Феофан Затворник делает. Но когда мы помогаем, допустим, кому-то один-два раза, потом мы и сами часто забываем об этом. Вот, но дело благодати в том, что филиппийцы никогда не переставали это делать. То есть вот, все это время, на протяжении 20 лет, потому что впервые они встретились в 49 году, да, послание пишется, мы говорили, в 63-м, то есть ну, почти 20 лет, сколько, 15 лет прошло, да, за эти 15 лет филиппийцы ни разу не охладили своему сердцу. Вот это удивительно. То есть, ну, можно было сослаться на разные экономические трудности и так далее. Помогли достаточно, хватит, нечего. Вот, нет, ничего подобного. То есть филиппийцы не ослабевали своему сердцу. За это благодарить не столько их, сколько действующего в них Христа. Кто в прошлый раз не был, сейчас мы не будем опять это перечитывать, сами прочитайте 16 главу Деяния апостолов. Вот там события Филиппа, первое посещение апостола Павла города Филиппа описано. Вот. А по поводу того стиха, который мы прочитали, есть тоже очень хорошее тонкое замечание святого Андрея Дауста в соотношении у нас свободы и благодати. Вот, апостол Павел хвалит не столько филиппийцев, сколько действующего в них Христа. По этому поводу Затол замечает, это не какое-либо как бы, не укоризна, что ли, а как бы недооценка действий филиппийцев. Наоборот, он говорит так, ибо это немалая похвала, что Бог действует в ком-либо. Златоуст говорит, Бог нелицеприятен, то есть он не то, что кого-то любит, кого-то нет. Вот. Но однако, если он к нам преклоняется и действует через нас, значит, мы сделали что-то такое, что-то у нас такое заключено, что Бога привлекает. Потому что если бы Бог действовал чисто механически, как на какие-то орудия и камни, то, соответственно, он действовал бы через всех, через язычников, неважно. Вот. Но Господь убирает людей. Почему убирает? Потому что есть какое-то соответствие этим действиям. То есть мы Господу преклоняем своими действиями к тому, чтобы он через нас трудился. Вот. И Златоуст говорит, поэтому в словах Бог совершит, опять для них похвала, потому что они привлекли к себе благодать Божию, которая помогла им возвыситься над природой человеческой. То есть, почему в ком-то Бог действует, в ком-то нет, через кого-то действует, через кого-то нет. Причина вот в том, насколько наше сердце открыто этому действию, или насколько закрыто. Хотим мы принять, не хотим. Открываемся, Господь приходит. Закрываемся, Господь нас не насилует, не действует через нас. Это в шестом. Да, шестой стих, который мы прочитали. Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать. То есть совершать. Относится к Богу. Да, да, да. Не вы начавший доброе дело, а начавший у вас доброе дело. Вот, то есть здесь как бы не укоризна, как можно с первого взгляда понять, что у вас кто-то действует, а это не вы, не ваша воля, а как Господь через вас. Нет, да, да. Через вас, но потому что вы к этому сами послужили причиной. Здесь по-японски написано «канцей совершенно заканчивается», «канцей не совершается». Ну, то есть будет продолжаться. Давайте, вот, может быть, уточним, как это слово святого Николая. «Как и должен им помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении, утверждении и благовествовании, вас всех, соучастников моих в благодати». 7 стих.
Вот, 7 стих продолжение 6. В 6 выразил уверенность, что Господь и дальше будет свое дело делать через филиппинцев. Вот. И в 7 он говорит, что я в этом уверен так же, как уверен в том, что Господь меня не оставит, поскольку я ношу вас в сердце своем, то есть искренне люблю вас. И вы соучастники в этом деле, в моем защищении, утверждении, благовествовании, то есть евангельской проповеди, защите Евангелия. Вот. Здесь прямо называют соучастниками моих благодатей. Вот. Что конкретно подразумевает по словам благодать, тут даже не стоит, наверное, толковать. Мысль та, что вы как соучастники мои в этом деле. Я уверен, что Господь как мне помогает, так будет помогать и вам. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще и более возрастала в познании и всяком чувстве. 8-9 стих. В 8 стихе апостол Павел Богу свидетеля призывает не потому, что вы, филиппийцы, нуждались в этом, что они не верят ему, конечно, верят. Вот. Но здесь просто как бы эта мысль усиливается, что Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христова. Вот. В славянске имею сердце Иисуса Христова, то есть люблю как Христос. То есть не за то, что вы мне помогаете, не за вашу милость, вовсе не в этом дело. Вот. То есть, а любовь Христова чисто самоотверженная. Бог видит. Вот именно поэтому он говорит, молюсь о том, чтобы любовь ваша все более возрастала в познании всяком чувстве, в христианском познании, в познании христианской жизни, то есть в жизни в духе. Не только в умственном познании, но и во всяком чувстве, то есть в деле и в теории деле, да, то есть и в догматах вы утверждали в познании, и в чувстве, то есть во всяком деле христианском. Чтобы, познавая лучше, вы были чисты и неприкосновенны в день Христов, исполненных плодов праведности Иисусом Христом, славы и хвалу Божию. 10-11 стихи. Здесь пожелание, которое, наверное, важно всем христианам, что не только в этой жизни, но самое главное, мы были чисты и непреклонны в день Христов, то есть на страшном суде Божьем, чтобы мы смогли оправдаться в наших делах. Этим это последний предел христианского совершенства, быть оправданным в суде Божьем. Вот, потому что тут откроется, в какой мере мы действовали, в чистоте ли сердца или же ради похвалы человеческой, соблазняли мы кого-то или кем-то соблазнялись. Вот. Так вот, здесь апостол Павел желает праведности, плодов праведности, чтобы эти плоды праведности представить на страшном суде и быть оправданными, чтобы наша жизнь послужила в славу, похвалу Божию. С этим обращается к филиппийцам, с этим он и ко всем нам обращается. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. 12 стих. Был ли вопрос со стороны филиппийцев, как обстоят дела апостола Павла, или не было вопроса? Во всяком случае, даже если вопроса не было, поскольку мы говорили, что по форме это очень напоминает обычное письмо, то, соответственно, порядок письма обычный, то есть после приветствий вот, и благопожеланий, а теперь немного о себе. Вот апостол Павел рассказывает о том, как обстоят его дела, вот, и он говорит, что его обстоятельства, то есть его заключение в тюрьму в Риме, и вот, конвоирование, да, из Иерусалима, он послужил, на самом деле, не к препятствию проповеди, как это должно было бы быть, а наоборот, больше способствовал успеху проповеди. Так что узы мои о Христе сделались известными всей территории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. 13-14 стихи. Узы мои о Христе сделались известными. Вот, то есть сделалось известно, что я заключен не за какое-то преступление, вот, а за проповедь Христа. Это стало известным, как он говорит, выражается из всей территории. Значит, некоторые исследователи говорят, что вот это выражение «притория» не может относиться к обстоятельствам пребывания в Риме, то есть там другие юридические термины использовались. Однако, в самом конце послания к филиппийцам, 4 глава, 22 стих, апостол Павел пишет, приветствуя все святые, а не паче из Кесарева дома. То есть проповедь апостола Павла достигла даже императорского дворца. Вот. И наши православные полковники говорят, что, может быть, апостол Павел неверно здесь выразился, говорят, что в использовании слова «притория», которое относилось только к провинциальным каким-то, да, юридическим, так сказать, властным заведениям. Да? Вот. На самом деле он здесь под словом «притория» имеет в виду как раз императорский дворец. То есть кто-то даже член императорской фамилии был оглашен в вере Христовой. То есть настолько широко распространилась проповедь по Риму. То есть вопреки тому, что задумывалось, заключая апостола Павла, проповедь достигла не только простых людей, но даже кесарева дома. То есть имеется в виду тюрьма. И в этом периоде Гоку, то есть тоже тюрьма, да? Да, Гоку это тюрьма. Ну вот толкователи говорят, что не о тюрьме идет речь.
не о тюрьме идет речь, а о притворе, как, не как место заключения. Я, собственно, играл вот это. Тут в славянском судище, то есть судилище, да, так называли прежде царские палаты. То есть вот человек, который в 4 веке жил, он говорит, что то слово, которое апостол Павел в оригинале употреблено, как относилось не к тюрьме. То есть и, соответственно, и переводы современные, переводы Святого Николая несколько не соответствуют тому, что... То есть они соответствуют букве, но не соответствуют значению слова. А вот давайте еще раз проверим. 18 глава от Иоанна, 33 стих, какое там слово? В любом переводе. Или 28 даже. Притория, использованное слово, то же самое. То же самое слово. Интересно, как оно переведено. Грех и Иисуса в притории. 30. Канте. Канте. Канте — это правительство. Ну вот здесь вот в русском переводе из славянского то же самое слово. Имеется в виду здесь не тюрьма, а администрация. Да. Вот. Так что мне сейчас происходит. В оригинале, да. В славянском судище, то есть судебное место, судебное присутствие, да? То есть не заключение, а именно суд. Притория, как судебное место. Ну, закончим эту тюремную тему, еще один отрывок прочитаем. Послание к Деяниям апостолов, 28 глава, 30-31 стихи. «И жил Павел целых 2 года на своем отделении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дозновением невозбранно». Вот. Из этого отрывка понятно, что не о тюрьме здесь речь идет. То есть это не может быть место, где связывали веревками. Да? То есть апостол Павел был как бы в ссылке фактически. То есть находился в Риме на собственные деньги, но не в тюрьме был заключен, не в камере он сидел. Вот. Поэтому не тот смысл, что по всей тюрьме сделалось известно Слово Божие. А в том дело, что как в судище, то есть у властей. И каких у властей? Даже у самых высоких властей, у цесаря Кесарева дома. Ну, не совсем на своем. Узами это не называл. Вот. Тем не менее, это не было содержание в колодках, то есть не в кандалах. Ну, то есть он мог общаться. Да, соответственно. Вот. То есть первое это. Сейчас я тоже скажу. Вот. И сразу хочу сказать, что вот мы уже говорили, что написание послания к Филиппийцам относится именно к этим узам, описанием которых заканчивается Деяния апостолов. Это первое заключение апостола Павла в Риме, не столь суровое. То есть это заключение, разумеется, потому что его конвоировали, вот, содержали в Риме, он не мог уезжать из Рима, то есть он жил в каком-то, видимо, охраняемом месте. Вот. Но это было не совсем тюрьма, то есть к нему был доступ. Вторые узы апостола Павла, которые, к сожалению, не описаны в Деяниях, были гораздо более суровыми, когда же он был казнен. Вот это последовало через несколько лет, через 3-4 года после его первого заключения. Вот. Поэтому здесь апостол Павел говорит о том, что его узы, то есть его конвоирование, его содержание в Риме принесло, вопреки ожиданиям, большую пользу. То есть был проповедован Христос даже до властей. Вот. И благодаря вот этому примеру апостола Павла, как он говорит в 14 стихе, «Больше часть избрать, ободрившись узами, и с большей смелостью боязненно проповедовать». То есть и так проповедников было много, но видя на примере апостола Павла, который мужественно свое заключение переносит, вот в Риме усилилась проповедь, стало очень много христиан. То есть опять-таки пример того, что Господь зло обращает в добро. То есть узы апостола Павла обратились к тому, что и количество проповедников, и количество верующих в Риме значительно выросло. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 15-17 стихи. Далее, говоря о своих обстоятельствах, апостол Павел упоминает, что некоторые проповедуют Христа по зависти и любопрению. Чаще всего это место понимается так, что, наверное, на каких-то еретиках говорит, да? Но апостол Павел нигде не говорит, что они проповедуют Христа нечисто. То есть он говорит о их сердечном расположении, что одни проповедуют с добрым расположением, а другие с недобрым. По зависти. Кому? Апостолу Павлу. И далее, как он говорит, «думаю увеличить тяжесть уст моих».
То есть надеюсь, что заключение будет более сурово. То есть прекратится доступ людей и так далее. То есть его реально поместят в тюрьму, в настоящую тюрьму, а не будут как бы вольное поселение, да? То есть не ссыльным он станет, а заключенным. О ком здесь может идти речь? Вот. Здесь мы можем только предполагать, потому что прямо этих лиц апостол Павел не называет. Сейчас об этом давайте пока. То есть, во всяком случае, не еретики имеется в виду. Само по себе действительно высказывание парадоксально. Как можно из зависти проповедовать Христа, желая, чтобы кому-то стало хуже? Это очень странное желание. Вот. Тем не менее, саму проповедь Христа апостол Павел не порицает. Здесь Феофан Затворник высказывает предположение, кто бы могли быть эти люди, которые из зависти Христа проповедуют. Он говорит, что, возможно, это были иудеи, которые еще и раньше отстали от иудейской веры, то есть поняли недостаточность, но и к язычеству не склонялись, потому что гнушались язычниками. Поэтому христианство приняли очень охотно, как такой выход для своей души, нуждавшейся в вере. И пока проповедь апостола Павла была малоизвестна, или пока его не было в Риме, то они с апостолом Павлом охотно мирились, но он один из проповедников. Но по мере того, как слава и известность апостола Павла стала возрастать, эти люди стали завидовать ему. И обставляют дело так, что апостола Павла надо как можно быстрее изолировать, то есть усилить его узы. То есть стали вести проповедь дело так, чтобы имя апостола Павла, не имя Христово курилось, а имя апостола Павла было поносимо. То есть, что они конкретно говорили, ну, трудно предположить, может быть, что вот, не стоит его слушать, мы лучше его знаем, и вообще, кто он такой, выскочка, вот, и так далее, то есть, а мы вот старше. Мы не знаем, что конкретно говорилось, во всяком случае, апостол Павел тоже на этом месте не заостряет внимание, но он говорит, что делали они это так, вот, чтобы, желая, чтобы мне стало хуже. А другие делали это, понимая, что я должен поставить защищать благовествование. То есть делали это гораздо более осторожно, чтобы не причинить вреда апостолу Павлу. Потому что апостолу Павлу вызвали в Рим для чего? Чтобы он объяснился, почему он проповедует Христа. То есть в чем дело. Вот. И если проповедь велась так, что ему стало бы хуже, то есть власти бы к нему расположились хуже, то дело Христово страдало бы. Поэтому люди, которые проповедовали, как апостол Павел говорит, из любви имеется, то есть щадя меня. Щадя люди также проповедуют Христа, не желая увеличения тяжести уст Павлов. То есть тут две категории проповедников было в Риме в это время. Обе их упоминает апостол Павел. Нет, христиане, как же с Христом будет проповедовать? Это предположение Златоуста. Среди верующих людей, может быть, были знатные ученые, которым, естественно, было позавидовать святому Павлу. И особенно если предположить, что они приняли христианство не столько по сердечному убеждению, сколько потому, что от иудейства отстали прежде, язычеством внушались по роду его, без веры расставаться не могли. Явилось христианство, с которым иудейский разум легко мог примириться. Они приняли его как систему, оставаясь тем же ветхим сердцем. Пока успехи проповеди святого Павла были незначительны, они шли наряду с другими. А когда проповедь себя получила слабость и раздражила проповедников истинных, тогда поднялись и они, как бы не имели очищенного сердца или проповедь с нечистыми расположениями. Ну вот Златоуст, Феофан так предполагает. То есть мы не знаем, о ком речь, но вот такое предположение наиболее вероятно. Вот, ну, пример, то есть для нас может быть это все еще не очень понятно. Представимся двух ученых, которые проповедуют, так сказать, объясняют одну и ту же теорию. Один завидует другому, они говорят, в принципе, одно и то же. Вот. Но один говорит, я лучше его объясняю. Поэтому у него есть какой-то там ресурс, который может воздействовать, например, чтобы человек не публиковался, чтобы его куда-нибудь приглашали, вот и так далее. Это же, так сказать, вот в нашей жизни повсеместно происходит. То есть причина – зависть. Вот. Но здесь удивительно то, что проповедуется не какая-то научная теория, проповедуется Христос. То есть вот что удивительно-то. И тут Златоуст говорит, что как раз вот это-то самое странное, он говорит так. Так-то возможно и доброе дело делать не с добрым намерением, за что не только не будет наград, но еще наказание будет. Ибо как проповедовали Христа с той целью, что проповедника Христова вернуть в большие беды, то не только не получит награды, но это будут, но будут подлежать наказанию и мучению. То есть, к сожалению, и такое бывает, и в том числе и в церкви. Вот поэтому тут удивляться не надо. То есть это вот человеческая зависть, дьявол действует даже, казалось бы, в делах, которые должны быть вообще свободны от всякой зависти. То есть должна быть какая-то братская взаимопомощь.
Вот такое было уже в первом веке, поэтому, в общем-то, к сожалению, природа человеческая подвержена этим искушениям, даже в таком вот деле казалось бы. Ну что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. 18 стих. Вот читая этот 18 стих, мы должны вот как из Златоуст удивиться возвышенному характеру апостола Павла. То есть, ну что же, как бы не проповедовали Христа, если это проповедь не еретическая, то я рад и буду радоваться больше, чем больше будет проповедоваться Христос, как бы он ни проповедовался, каким бы чувством ни проповедовался. Это можно было бы сказать, если бы впереди сказано не относился к самому Павлу. И мы могли бы сказать так же. Но дело-то касается заключения Павла, то есть ужесточения его содержания в тюрьме, то есть его непосредственно, а может быть даже и смертной казни. То есть, и дальше он об этом говорит, дальше в следующих стихах. Он, разумеется, не мог об этом не думать, поскольку находился в руках римских властей, и решение по суду могло быть любое. Вот. И эти люди делали так, чтобы судебное решение было вынесено наиболее тяжелое. И апостол Павел, зная это, что может быть даже смертный приговор вынесен, говорит, ну что ж, я радуюсь, как бы ни было, дело не шло, лишь бы Христос проповедовался. Как будто это не лично его касается. То есть какова высота души апостола Павла? Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и за действием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. 19-20 стихи. Вот здесь, в 19 стихе, очень крепкая уверенность апостола Павла в силе молитв о нем. Вот, потому что он говорит, не только верю, я знаю, что это послужит мне во спасение. По вашей молитве. Вот, то есть вот молитва церкви филиппийской, но не только, разумеется, не только Филиппах молитесь, а апостол Павел, другие церкви. Поэтому он твердо уверен, что по молитвам Господь обратит, как бы дело ни кончилось. Останется ли он жив, казнят ли его, но это послужит не во спасение. Вот, и далее он говорит, в этом стихе, ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении. О каком дерзновении идет речь? Значит, в русском тексте здесь разные слова использованы, но имеется в виду то же самое, что говорилось в 14 стихе. С большей смелостью проповедовать Слово Божие. То есть речь идет о проповеди. Дерзновение, то есть смелой проповеди. Вот. Я не буду посрамлен, при самой смелой проповеди. Вот здесь так надо понимать, конечно. Ну, здесь как раз по-японски сказано именно для этого. Вот, и далее. Ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Жизнь ли то или смерть. Что здесь, как надо это место понимать? Возвеличится Христос в теле моем. Сейчас мы одно параллельное место прочитаем. Вторая глава, 19-20. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что не живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, мысль та, что я умер, уже не я живу, живет в моем теле Христос. То есть мысль та, что все, что я делаю в этой жизни, делается не для собственного угождения. То есть я как бы умер, не для себя я все это делаю, а для Христа. То есть я предан Христу и все делаю, что делаю только для славы имени Его. Вот, поэтому если есть какое-то посрамление моим делам или поражение, то это именно то, что я что-то делал бы не к славе Божией, а наоборот, к умолению славы Божией. То есть, но это никому не удастся сделать, говорит апостол Павел. То есть я в этом при уверенности и надежде, я уверен и питаю надежду, что все, что я буду делать у Христа. Поэтому, чем бы дело ни кончилось, останусь ли я жить, я буду жить для Христа. Умру ли я? Умру для имени Христова. Что здесь говорит апостол Павел, говоря о том, что Христос в теле моем, жизнью ли, смертью ли, возвеличится. То есть не будет никогда, чтобы он умалился, чтобы слава Христова была уничижена. Вот. Ну, мы знаем, да, что во все времена, во всех обстоятельствах, самое сильное свидетельство – это смерть и свои убеждения. То есть то, что человек не отрекается от их убеждения, предпочитает жизнь и смерть, вот говорит о том, что эти убеждения истинны, что он верит в них так, что готов жизнь отдать. Вот. Поэтому здесь апостол Павел и говорит, жизнью или смертью. То есть смерть, как Христос смертью может возвеличиться? В жизни понятно, то есть проповедь будет распространяться, а в смерти.
тем, что смерть не принудила его отречься от Христа. Этим Христос прославится. То есть так, есть несколько вульгарное такое выражение, да, мы верим только тем свидетелям, которые дали перерезать себе горло. Не помню, кто это сказал, но вот не очень это хорошо звучит, но смысл понятен, что это лучшее свидетельство, самое сильное свидетельство. И вот апостол Павел от свидетельства не отказывается. Он готов умереть, потому что понимает, что с его смертью имя Христово еще более увеличится. Вот. Кстати, да, Павел Тимович, скажи, что в оригинале это в русском мученик, то есть тот, кто мучился, но в греческом мартирос, свидетель. Мартирос, да. То есть, еще нет, да? Да. Свидетель, да. Кто-то себя засвидетельствовал, да, собственной, да, смертью. Угу. Да. А вот у меня просто тут возникло, вот вы говорите, умирают только вот ради идеи там, да, и как-то не только ради идеи, бездарно тоже умирают. Ну нет, я имею в виду по существу, если. Да. Но из-за гордыни же тоже умирают, вот Иуда, например. Ну мы и говорим, мы сейчас не об Иуде, а после Павла. Сейчас дело не относится совершенно. Апостол Павел, то есть это еще одно свидетельство того, что это очень личное послание, говорит здесь, собственно, о смысле собственной жизни. Вот, он филиппийцам, как друзьям, открывает, что для него главная цель в жизни. Вот. И он говорит, что и жизнь для меня Христос, то есть я живу для Христа целиком. И смерть – приобретение. В чем приобретение? В том, что, умерев, я стану рядом с Христом. То есть увижу Христа лицом к лицу. То, к чему я стремился всю жизнь. То есть, как должен жить христианин? Так. И смерть здесь имеется в виду, раз мученическая смерть. То есть смерть за Христа. Не какая-то вообще смерть. О смерти сейчас я скажу. Раз уж вопрос был. Вот. Смерть может быть приобретением, только мученическая смерть. Любая смерть за убеждение, что она может свидетельствовать? Искренность этого человека, который умер за эти убеждения, за коммунистическое убеждение, за государя императора. Не важно, за что человек умирает, если он умирает за идею, он свидетельствует тем, что он идее этой предан, что он служит этой идее даже до положения собственной жизни. Ценность этой идеи определяет ценность того, насколько это приобретение реально. То есть, что приобретает человек в итоге. Если вот Алла про смерть Иуды, но это не может быть смерть из убеждения. Как любое самоубийство по причине, не знаю, страдания от неразделенной любви и так далее. То есть причины самоубийства разные бывают. Или как Иуда от отчаяния повесится. Здесь не может речь идти о каком-либо приобретении, как раз поражении. Апостол Павел говорит, что поскольку он живет для Христа, то есть смерть для него – это еще большее приобретение. То есть в этой жизни он не может быть так близко со Христом, как будет после смерти. Поэтому смерти, он говорит здесь не о том, что она, разумеется, она послужит увеличению славы проповеди Христова, но лично для него, он говорит лично о себе. Для меня лично, моя жизнь, это Христос. То есть я живу так, чтобы имя Христова славилось. Он об этом у Галатам говорит, он об этом говорит. Но даже если умру, я о чем он дальше говорит, он не знает, что выбрать. Сейчас мы будем читать следующие стихи, это будет понятно. Что я осознаю, что для меня это даже счастье, если я умру за Христа. Мог ли Иуда говорить о себе, что я повешусь, для меня будет счастье? Это проявлением, а вот убедительности, да, действия является смерть. Ну, самоубийство Иуды, в чем оно, что оно, в того, в чем? Нет, ну просто проповедовать можно разные вещи, как бы умирать при этом, вот совершенно верно, тоже проповедовать. Совершенно верно, совершенно верно. Можно проповедовать коммунистические убеждения, умереть за это. Человек этим доказывает, что он не верит, что это лицемерие. Это речь о его искренности, не более того. А не о ценности, ну, самой идеи. Значит, нам бы даже не следовало сравнивать смерть мучеников с какой-либо еще смертью последователей любых убеждений. Почему? Потому что обещание Христово не ложно. Христос – истинный Бог. То, что Он обещал, то Он исполнит. Поэтому любая, так сказать, смерть за Христа, она несет в себе благо. Потому что мы получаем то, что Христос обещал. Мы, как Он говорит, полагаем душу свою за Христа, поэтому получаем то, что Он обещал. Мы становимся соучастниками распятия Христова. Поэтому мученическая смерть – это предел желания христианина по-настоящему. Умереть мученически лучше не может быть. Но раз уж вопрос был задан, то, ну вот пример смерти за убеждение, самый, так сказать, известный, который в Японии может быть, это смерть Мисимы Юкио, который покончил с собой за идею императора. Вот. То есть он засвидетельствовал кровью собственного убеждения. Это может говорить о его искренности.
о его глубокой вере в эти идеи. Но то, что его смерть для него это приобретение, для его посмертной славы может быть. Вот. Но для него лично в чем приобретение? То есть эти вещи просто несопоставимы. То есть масса людей умирает в мире ежедневно за свое убеждение. Но смерть христианского мученика и смерть любого другого человека, умирающего в убеждении, просто несопоставима. То есть это понятие вообще совершенно разное. То есть если говорить об этом. Вот. Мы сейчас эту тему дальше развивать не будем, просто в этом досуге подробности, да. Ценность вот этого 21 стиха именно в том, что это личное, искреннее признание апостола Павла в собственных убеждениях. То есть он это говорит не только для назидания, то есть он как своим друзьям, филиппийцам говорит, в том, чем мы убежден. И по сути дела, вот это такое состояние души, это состояние души совершенного христианина, оно должно быть на самом деле у всех у нас. Вот. Но все-таки мы не такие, как апостол Павел, больше боязливы. А вот апостол Павел искренне говорит, почему обстоятельства, которые ему грозят реальной смертью. То есть люди трудятся для того, чтобы его быстрее казнили. Вот. А он говорит, а для меня это приобретение, если даже меня казнят. То есть вот в чем значимость этого места. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. 22 стих. То есть поразительное место. Апостол Павел говорит, что но я вижу, что и жизнь моя доставляет пользу. То есть проповедь распространяется, и я не знаю, что избрать. Желание, да, дальше он говорит, не знаю, что избрать. Человек не знает, что выбрать, жизнь или смерть. Вот можете себе в такой ситуации представить, что у человека есть выбор, умереть или жить. Это не знаю, между чем и чем выбирать, между соленым и сладким. Вот, это между жизнью или смертью. Апостол Павел говорит это совершенно искренне. Но и польза ведь есть. Поэтому не знаю, что избрать. Не знаю, что избрать, то есть здесь тоже, на самом деле, глубокая тайна. То есть кто может избрать жизнь или смерть? Бог. Только Бог определяет, кому жить, кому умереть. Человек не может избрать. Но апостол Павел говорит о том, что он выбирает жизнь или смерть. То есть он может упросить Бога, чтобы он послал ему смерть. Он может помолиться, чтобы Господь оставил его жить. То есть здесь апостол Павел прямо не говорит, что насколько его молитва дерзновенна к Богу. Что он сам может сделать этот выбор. То есть здесь уже у человека мера Христова, о чем он часто говорит. Как Христос мог свободно избрать жизнь или смерть, выбрал смерть на кресте. Так апостол Павел здесь перед похожим выбором, жизнь или смерть. И он колеблется, как человек, не зная, чему, что предпочесть. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. 23-24 стихи. Тоже здесь ведь речь идет выбор не о том, что лучше выбрать, что легче, а наоборот, что труднее, что полезнее. Вот. То есть это слова человека долга, который считает, что нужно выбрать не то, что лучше для меня лично, вот, а то, что полезнее для многих, то, что полезнее. И здесь он, вот, как бы его колебание как раз, оно разрешается в пользу многих, не в пользу себя. Здесь просто как бы он говорит о том, что в чем он увещает филиппийцев, то есть как бы между чем и чем он выбирает. Вот. Но вот представьте себе, да, то есть мы говорим человеку, который нас любит, что я, не знаю, колеблюсь между смертью и жизнью. Каково это слышать филиппийцам? Вот, я думаю, что это очень, на самом деле, болезненно такие вещи слышать. Вот. Поэтому апостол Павел, далее в 25 стихе, сейчас давайте его прочитаем. «Я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». 25 стих. Вот здесь апостол Павел явно говорит о каком-то откровении Божьем, которое ему было. Вот, что он останется жив в этих узах. То есть, что несмотря на все старания у недоброжелателей и завистников, тем не менее, дело это кончится благополучно. Вот. Но это произойдет для вашего успеха и радости в вере. То есть мое желание Господь оставляет, пока не исполнен. То есть я еще останусь жив, потому что это важнее для вас. То есть апостол Павел всегда делает выбор, не в пользу себя лично. Вот. И здесь к радости филиппийцев и к большим еще, наверное, трудам апостола Павла такой выбор делается. Ему было некое откровение. «Дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». 26 стих. Вот. Ну какая похвала имеется? Похвала учителю по причине успешности учеников. Здесь, конечно, такая похвала имеется в виду. Вот. «При вторичном к вам пришествии».
в Священном Писании ничего мы не знаем о вторичном пришествии, но предание говорит, что апостол Павел после освобождения из первых уз посетил церкви другие, основанные, в том числе и Филиппийскую церковь. Вот, то есть здесь он говорит в духе пророчества. То есть откровение было, что я еще с вами увижусь. И действительно так случилось. Вот, на этом у нас сегодня все. На следующей неделе занятие будет. Будет. Значит, в следующий раз встречаемся продолжим. Show.